Привет, с вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного, легкого, стройного дня. И показываю вам сегодняшнюю стройную фишечку дня. Она очень вкусная, очень полезная и очень коварная. Узнаете? Семена подсолнечника, семечки, это уже очищенные, не жареные, то есть именно в том виде, в котором полезнее всего их употреблять. Но очищать, конечно, лучше самим перед употреблением, чем заранее покупать очищенные. Это будет надежнее. В чем коварство, вы думаю, сами прекрасно знаете. В том, что они очень жирные, не зря же из них делают масло. И поэтому очень калорийные. И если у вас есть привычка между делом, глядя телевизор или болтая с кем-то, лузгать семечки, вы можете не заметить, как за какой-то час употребите дневную норму калорий, а то и в двукратном размере. Поэтому для развлечения семечки использовать очень даже не советую. А вот включать их в качестве вкусовой, полезной, витаминной добавки в ваш рацион, например, добавлять салаты или иногда чуть-чуть полушить, вот совсем немножечко, буквально 30 граммов семечек на один день, вполне будет отличная норма. Но вы знаете, там витамин Е есть, это витамин молодости. Может посоревноваться с печенью треской по витамину D, с другими продуктами, которые богаты витаминами, полезными веществами, такими как мясо, яйца и так далее. В семечках этого всего гораздо больше концентрации. Но вот опять-таки, потому что в них много жиров, много этого продукта есть за один раз не стоит. А по чуть-чуть, ну, если даже не столько, я бы уполовинила вот этот размер, как раз для одного дня будет вполне достаточно. Можно салатик добавить, можно просто так по зернышку съесть и насладиться, если вам дорог этот вкус. Пользуйтесь этой фишечкой дня осторожно. И никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы, оставайтесь на связи и обязательно ставьте лайк под этим видео. Всего вам доброго, пока!